Привет-привет, дорогие подписчики и зрители. Вот очередная посылочка с сайта AliExpress. Даже ребята, не знаю, что здесь. На ощупь не могу определить. В описании, то есть китаец написал, что это home gadget, какой-то гаджет для дома, в общем, оценил в $1. Шла она 06.06 выпущена. Сегодня у нас в конец месяца. В общем, меньше месяца пришла, но это да, нормально. Сейчас посылки идут нормально. Давайте посмотрим. Я сам в нетерпении, в таком, даже не знаю, что здесь. Потому что у меня большое количество без треков идет товара. А что именно здесь, я не знаю. Так, все, пакет пуст, пустой. Ребята, это да, это всем известные стразы. Блин, какие они прикольные, честное слово вам скажу. И прямо они такие крупные, я думал, будут мелкие какие-то. Такие крупные, прям с чем бы сравнить, со спичным коробком. Ну вот я вам достану даже спичку. Вот со спичной головкой будет проще, да, вот видите, что он гораздо крупнее, даже спичной головки в раза, наверное, в 3-4, ну 2-3 раза точно больше. В общем, такие крупные. Взял я их, да, реально около доллара они стоили, что-то там какие-то опять гага сделки или что-то происходило. Я решил потратить 30 рублей и приобрести вот такую вещицу. В общем, для использования она, видите, может применяться, то есть обклеивать и кружки, и что тут, этот компьютер, в автомобиле можете там все что угодно обклеить. То есть телефон как-то можно украсить. В общем, можно применение куча, то есть на что ваша фантазия хватает вашей фантазии. Ну, вот она даже на таком прозрачном, тут как вот пленка на телефон идет, тут такой пластик и наклейка основа, то есть видите, она самоклеющаяся, да, вот они отклеиваются, видите, вот так отклеиваются и можно, в общем, украшать. Ну, достаточно много их здесь штук. Сколько их тут штук, хоть пишут, нет? Время нету, да, ребят. Ну, здесь не написано, сколько штук, но считать будет долго. Если есть желание, можете остановить на паузу, посчитать вот здесь сколько и посчитать вот сколько здесь, вот так по краю. И потом все это умножить. И посчитать, сколько штук здесь. Ну реально, дохренища просто. Не знаю, но реально можно на 4 чехла вообще просто, на 4 телефона просто обклеить. В общем, вот такая вот небольшая интересная посылочка. Неожиданно, честное слово. Даже я уже и забыл про эти стразы. Все, ребятки, спасибо, что вы со мной. Спасибо за просмотры. Спасибо за лайки. Пока-пока.